там взаимосвязаны философия и журналистика. И нашли много этих моментов, говорящих о том, что неплохо быть журналисту, а философия это поможет ему в работе. Поскольку журналист у нас осуществляет целую власть в области 4-го и 12-го. Государственная, есть исполнительная, есть судебная, а есть журналистика. Вроде как власти никакой не имеет, но можно газетой убить не только Бога, но и человека. Ведь она хорошо направлена на газету. А сегодня мы перейдем к такому систематическому изложению науки и философии. И первый вопрос, который у нас будет рассматриваться, это вопрос о возникновении философии. Возникновение философии отличное. Возникновение философии, античная философия. История философии – это важнейший раздел философского знания. И датируется возникновение философии 7-6 веками до нашей эры. Практически одновременно в разных регионах Земли происходит рождение и становление первых философских учений в трех регионах Земли – в Древнем Китае, в Древней Индии и в Древней Греции. И первоначальным мировоззренческим стержнем философии был вопрос об отношении человека и природы. Ну вот, разберем очень кратко, можно сказать, даже бегло, основные школы философские древнего мира. Начнем с Древнего Китая. Среди основных школ Древнего Китая можно выделить следующие: конфуцианство, моизм, не маоизм, а моизм, и даосизм. Конфуцианство, моизм и даосизм. Родоначальник конфуцианства – Кунфуцзы, Конфуций. Как теперь его называют и в обычных переводах – Конфуций. Кунфуцзы. В чем суть его теории? Небо – высшая сила. Ну, так вот, как сформулировано. Вроде с этим и не поспоришь, но под небом понимается нечто большее, чем понимают астрономы, правда? Оно следит за справедливостью на Земле. Ну, судя по тому, что у нас так много сейчас несправедливости, небо что-то плохо следит за справедливостью. Видимо, у него свои проблемы там. Все зависит от воли неба. Вот какие вот... Некоторые думают, что вот зависит от того, как вы будете мне сдавать, какие вот оценки. Конфуцианство считает, что все от воли неба зависит. Небо – это рок, судьба, закон. Как вы не готовьтесь... Поэтому думаешь, а что готовиться тогда, вроде раз все зависит от неба, то была не была. А что значит рок, судьба, закон? Дао – это вот выражение этого рока, судьбы и закона. А в общественной жизни культ предков? Нормально, да? Вы бабушек, дедушек уважаете, прадедушек? Уважаете. И все уважают. Веди себя достойно. С этим не будешь спорить. Хоть она и древняя философия, но она и современная в этом смысле, правильно? Уважай старших, совершенствуйся сам. Не обманывай, не срывай свой гнев на других. Вот я, например, лекции, когда читаю, я стараюсь свой гнев на вас не срывать. Как бы я тут вот руководствуюсь конфуцианством. Мало ли что мне в голову придет, понимаешь, я за что-то разозлился. А вот вы пришли, я прямо на вас буду срывать. Это нехорошо. То есть это очень актуально. То есть тот, кто думает, что это только было в древнем, на самом деле не так. То есть все эти философские системы в той или иной мере сохраняют какую-то жизнь сейчас. Ну, не в такой форме, но так или иначе они присутствуют. И даже
вы знаете, что сплошь и рядом это, так сказать, они гуляют в общественном сознании. Почему? Кто систематически философию не изучает, он не разделяет на там, древнюю, средневековую там, или современную философию, а у него там все это в куче. Кстати, у вас карма хорошая, мы до нее дойдем, до кармы. Это же сейчас очень актуально, да? Вам поправить карму, но это будет дорого. Но для вас бесплатно. А если кто не сдаст экзамен, это значит, у него карма была плохая. Очень актуально и современно. Но это я забежал вперед. Давайте я последовательно пойду. Вот мы сейчас только закончили это для китайских верований. Вот традиционно то, что было для конфуцианства. Моизм – основатель. Моизм – это мо-ди или мо-цзы. Мо-ди – это как бы по-европейски, а мо-цзы – по-китайски. Моисты отрицали предопределенность всего судьбой. Смотрите, конфуцианство говорит, все там на небе решается, все уже решено. Какую вы получите оценку, уже все равно уже решено, и нечего и трепыхаться. А уже эти вот моисты говорят, нет, это еще зависит от вашей подготовки и от моего настроения. То есть не все предопределено судьбой. Небо не предопределяет все и вся, а лишь желает, чтобы люди любили друг друга. Вот что вы против этой философии? Плохая, что ли, философия? Но. Люди желают, чтобы любили друг друга, а я поставлю вам плохую оценку. Могу я поставить после этого плохую оценку, если я поклонник модизма? Не могу уже. Ничего себе, как же вы любите друг друга, взяли и поставили трояк. Нехорошо. Можете проверить оценки вот, у прошлого потока, все почти все отличные. Но не из-за этого только, что я такой либеральный, а просто ну, подготовились хорошо. Не все небо решает, то есть подготовка все-таки какое-то имеет значение. Так, кроме любви к ближним, они проповедовали и любовь к дальним. Это очень важно. Вот религия наша, в том числе христианская, она к ближним. Вот кто ко мне ближний? Вот вы ко мне самые ближние. Вот к вам, да, любовь. А вот уже это, да, вот там дальние вот сидят, все. Религия это не требует от нас, от меня, что. А вот к ближним, да. Потому что, черт его знает, это не касается нас дальние, а это мы же рядом, мало ли что. Она мне поможет, я ей помогу. Любовь к ближним. А вот на эту тему у Ленина даже есть в Великом почине рассуждение о том, что вот чем отличается коммунистическая идеология, тем, что она любовь к дальним. Не только к ближнему, вот вас, а вот там вот, прямо вот на заднем сиденье сидит, и она не должна быть забыта. И на экзамене получит не хуже оценку, чем ближний. Это же хорошо, правильно? А то получается так, человек сел скромно, и из-за того, что он скромно сел, уже ему все плохо. Нет, любовь к дальним тоже пропагандируется модизмом. Будучи убежденными противниками войн, они были первыми пацифистами. А раз они пацифисты, то, конечно, это не очень проходит сегодня, потому что войны бывают разные. Войны какие бывают? Справедливые, несправедливые, национально-освободительные, гражданские войны, войны между государствами. А вот я хочу проверить, вот вы как журналисты знаете, что такое война? Я вот у многих проверял, они не знают. Может, потому что они не журналисты, но им не приходится об этом писать, а вам обо всем приходится писать, правильно, если журналисты. Есть такое, о чем вы не должны писать? По-моему, нет. Это другой скажет, это не мой предмет. Как не ваш предмет, когда это миллионы людей участвуют в войнах? То до войны, то после войны, то в восстановлении народного хозяйства. А что такое война? Кто скажет? Вот вы говорите, а я свою любовь к ближнему буду проявлять. Я не буду ругаться, я буду так помогать. Вот если вы скажете, что вы не знаете, что такое война, никто не поверит. Скажет, ну как вот студент, журналист, высшая школа журналистики и социальных коммуникаций не знает, что такое война. Мы не можем выйти из этой аудитории в таком положении. Мы должны как-то узнать и тогда уже выходить. Скажет, у вас была лекция, вы за лекцией, там я уже виноват теперь, правильно? Скажет, ну хорошо, они не знали, а вы что тогда, что стоит ваше преподавание, если у вас студенты, журналисты не знают, что такое война. Вот сейчас пришел человек свежий, она знает. У нас к вам один... Никаких претензий к вам нет? Наоборот. Все на индульгенции. А вопрос один. Что такое война? Война – это вооруженный конфликт. Молодец. Вот. То есть вот если у нас стрелка, то есть наши питерские с московскими там сражаются, стреляют друг в друга, это вооруженный конфликт? Это война, да? Будем знать.
То есть бывает Великая Отечественная война, а бывает вот такой вот вооруженный конфликт, и все вы называете войной. Или это одна сторона только войны, еще не вся война? Одна сторона. Все-таки на войну еще не тянет, если вооруженный конфликт. Знаете, что много бывает перестрелок, таких вдруг раз и перестрелки идут. И даже специально идут на стрелку две каких-то бандитские группировки и стреляют друг в друга. И там вооружена, и это вооружена. Вот. А вот свежий человек нам скажет, война что такое? Вот вы уже сказали, что это вооруженный конфликт. А какой, чего, кто в конфликт вступает, не сказали. А? Плохо. А кому плохо? Кто выиграл или к тому, кто проиграл? Обычным людям. А что думаете, если вот мы выиграли, это плохо, что ли? Это плохо? А что тогда мы празднуем победу? Как-то нас народ не поймет. Наступит 9 мая, вы выйдете, так, вся в белом, и скажете, война – это плохо. И как-то так, как-то это не очень будет. Потому что если бы не было бы этой войны, то есть мы бы заняли такую, война – это плохо, нас бы просто всех уничтожили. Нас с вами, вот лично вот вас и меня, сожгли в газовой камере. Их, может быть, не тронули. Еще хорошего. Многие же сожгли в газовой камере. 27 миллионов потерял вот, народ. А потерял бы еще, если бы война, если бы мы проиграли, было бы не 27 миллионов. А я думаю, русских осталось бы очень мало на развод. А может, и на развод не осталось. Что сделали вот война, например, которая была недавно в Ливии? Нету такого государства Ливии? Нету. Государства нету. А что есть? Беженцы, которые тонут на корабликах, там пытаются переплыть через Средиземное море и как-то спастись. Ничего нету. А если бы они, так сказать, не проиграли в этой войне, то они бы хоть в какой-то мере сохранились. Югославии теперь нету тоже. Потому что они там и не особенно воевали. А как они могут победить в такой войне? Не победили. Не победить. Конечно, такая армада. Ведущие государства империалистические собрались и воевали с маленькой Югославией. Конечно, ничего нет. Все-таки что ж такое война? То есть вы сказали оценку войны, там, хорошая, плохая. А что это такое, не сказали. Это вроде того, как я спросил, что такое яблоко. Вы сказали, яблоко – это вкусно. Так вкусное и мясо. А что такое яблоко, а что такое мясо – это разное. Что такое война? Так, вот товарищи из, там вот, из Гущи, народ там вот есть. Что такое война? Товарищи журналисты, скажите, что такое война? А то получается... А? Смерть. Что? Смерть. Смерть? Нет, смерть не обязательно. Во-первых, раненых было много, а раненые – это не мертвые. А вы их как бы обращаться стали с ранеными? Ну, дескать, война – это смерть, ну и пусть гниют. И там, сказать, бросили бы их на поле. Нет, так нельзя. Искалеченная жизнь. Ну, как сказать? У кого искалеченная? У меня, например, жена в Потсдаме родилась. Ее спрашивают там. Место рождения. Раньше анкеты были, заполняли. С какой целью вы были за границей? Ну, она пишет, с целью рождения. И что тут искалеченного, так сказать? Ну. Например, я, например, тоже родился. Я родился в деревне, потому что мой отец под Сталинградом воевал, получил два ранения и приехал в деревню, где он родился. А до этого он работал в Люберцах под Москвой, то есть он уже не был сельским жителем. А мать моя была здесь в блокаду почти до самого конца, а потом ее вывезли отсюда из блокады. Ее там выхаживала бабушка. И вот они поженились, и я родился в деревне. Мне, например, вот я бы не сказал, что смерть. Вот, например, я вот родился. А так бы я и не родился, потому что и не встретились бы родители никогда. Все это так не так просто. Давайте мы по категории войны возьмем. Не впечатление от войны, не восприятие войны, не последствия войны, да? Не трагедия войны, потому что война – это и трагедия всегда, обязательно. Правда, если трагедия, это будет глубже, чем просто смерть. Правда, трагедия бывает всякая. Потеряли близких, распалась семья. Что угодно может быть. Дети потеряли родителей. И в то же время, вот сейчас задушили этот фашизм, а фашизм... Вот нет в Германии фашизма, это же страшная чума. Сжигали в топках людей, выдергивали у них зубы, волосы собирали.
То есть индустрия была по уничтожению. Это не просто смерть. Смерть у нас... От смерти вы никуда не уйдете. Есть такой человек, который избежал смерти? Так можно. У нас некоторые специально пишут вот такие работы про смерть на философском. Мне, например, не нравится это. Потому что я вот бы писал про жизнь, но в жизни есть что? И рождение есть, и течение жизни, и смерть. Правильно? Смерть – это часть жизни. Или есть кто-нибудь, какой-нибудь человек, который не умер. Есть такие люди? Есть здесь претенденты на то, что вы не умрете? Ну, я не претендую. Но если кто на этом настаивает, я даже и спорить не буду. Я рад за вас. Если кто. Хотя, на самом деле, единственный способ не умереть состоит в том, чтобы не рождаться. Правильно? Другого способа не умереть нету. Поэтому это вот вроде как и красивое такое высказывание, с одной стороны. Вроде бы оно и правильное, но именно правильное, но не истинное. Есть такое разделение в философии между правдой и истиной. Правда берет одну сторону, а истина берет явление как противоречивое. Потому что в жизни есть все. Есть рождение, есть молодость, есть зрелость, есть старость, есть смерть. Иногда до старости не доходит, человек может потерять свою жизнь раньше, чем он состарится. А некоторые вообще и взрослыми толком не становятся. Они селфи сделали, и всегда вот они будут жить молодыми теперь, в памяти народной. Потому что они вот забрались на какую-то высотку, только-только, значит, сделали. Недавно там на скалу забралась женщина вместе со своим то ли мужем, то ли женихом. Он остался живой, а она сделала селфи и разбилась об камни. Ну, не до смерти, будет инвалидом. Возвращаемся к войне. Что такое война? Вот вы еще не говорили, вы у нас новенькая сегодня. Война, что такое? Это вооруженная борьба, уже сказали. Вам только остается продолжить. Кого чего? Если вот мы с вами, я возьму пистолет, а вы возьмете шпагу. Но я в вас стрелять не буду, потому что это как-то нехорошо. А вы мне раз и все. И смерть будет, и все. Война будет? Можно будет сказать, что мы с вами воевали? Мы подрались. У нас был поединок. Поединок не война. А вот война что такое? Это борьба, конфликт на политическом уровне. На политическом уровне. Ну, что-то тут государств. Уже есть. А? Прежде всего, двух государств. Двух государств. Вот уже, видите, как уже мы почти добрались. Остается мне только завершить это рассмотрение, потому что мы уже подошли. Вы уже подошли к этому. Мне остается только завершить. Значит, война – это вооруженная борьба классов, наций или... и государств. Если это классов, то это гражданская война. И если это наций, национальная война. Национальные войны могут быть просто за территорию и за существование, а могут быть национально-освободительные. Все равно это все национальные войны. А государство – обычные войны, вооруженная борьба государств. И она сплошь и рядом. У таких войн была вся история наполнена этими войнами. И классов, и наций, и государств. Это все время. Крестьянские войны были, правда? Пугачёва и Степана Разина. Крестьянские войны, они так не просто восстание. Написано «Крестьянская война Пугачёва», «Крестьянская война Разина». Хотя победить там невозможно было. Почему? Потому что идеологии какой-то отличной от идеологии противоположного класса, ну, не было. Ну, за Степана Разина за какого? За что воевал? За доброго царя. А царь сначала добрый, у нас и так были много добрых царей. Еще был бы один добрый царь. Он царь же, представитель какого класса? Феодального. Ничего другого, он поменять ничего не поменялось бы. И Пугачев тоже, так сказать, как бы за доброго царя. Ну вот мы с войной разобрались. То есть философия позволяет нам ведь на эти вопросы отвечать. Но я возвращаюсь к тому, что то, что мы сейчас рассматриваем, говорит о том, что вот те философские учения, которые являются древними, вот сейчас китайским еще не закончили, они в той или иной мере сейчас воспроизводятся в общественном сознании, с которым имеют дело журналисты. Вы же не будете иметь дело с учеными. Вы что, для меня будете писать свои статьи? Ну, я тоже почитаю с удовольствием. Но вы будете писать для людей, у которых в головах остатки умерших философских систем. Вот на это Энгельс обращал внимание, что образованный человек в голове имеет здравый смысл. А что такое здравый смысл? Это остатки умерших философских систем. То есть человек современную философию, то есть такую продвинутую, не знает, поэтому у него вот, так сказать, такая солянка из всяких. И причем этих доморощенных философов, очень, все философы, особенно любят философствовать, сидят на заваленке и философствуют. Вот. И при этом повторяют то,
Что было в древности? Ну вот, пойдем дальше. Что еще было в древности? Даосизм. Третье учение в древнем Китае. Основан Лао Цзы. Лао Цзы. В основе лежит Дао. Первоначало, первооснова и завершение всего происходящего в мире. Значит, и первоначало, и завершение. Вышли из Дао и вернулись в это Дао. И происходит это. Дао – основа и субстанция всех вещей. То есть нельзя брать вот это без субстанции. Вот нельзя только взять часы и сказать, вот часы. А и субстанция какая у нее? То есть как стараются проникнуть дальше. Человечество вообще пыталось проникнуть дальше поверхности, правильно? Углубиться. Вот вы на меня смотрите, а вы еще ведь думаете, у вас и сердце есть, и душа. Я правильно знаю, да? Вот. Окажется, что вы вот сердитый, а на самом деле вы хороший, добрый человек. Это разные вещи. Я буду судить потому, что вы сегодня надели. Это тоже важно, что вы надели, чтобы гармонично было. Но все-таки надо же проникнуть и вглубь. То есть древние уже осознавали, что надо стараться. Ну, журналисты должны проникать внутрь, или они только описывать должны, что происходит? Ну, описывать, конечно, должны. Но они не просто описывать, а проникать вглубь событий. Так, ну вот это вот. По сути, Дао – это изначальное небытие, становящееся бытием. А вот современная философия гегелевская, она это оспаривает. Потому что кажется, что вот сначала было небытие, а потом бытие. А небытие было? Ну тогда по этой философии было. А раз оно было, значит это бытие. То есть открутиться от этого, что то, с чего начинаешь бытие, невозможно. И на этом настаивает Гегель, и поэтому наука логики, вот в начале, он о начале говорит, начало как неразвитый результат, который развивается потом в развернутое начало, то есть в результат. А вот это начало никак не может рассматриваться как небытие или как ничто. Потому что само слово небытие включает бытие, отрицание бытия. Какое же это отрицание бытия, когда оно есть? Мы с вами об этом говорили. Вот, допустим, если вы мне экзамен будете сдавать, это сложно, а зачет не сложно. Что вы знаете, вот я спрошу о том, чего вы не знаете. Что вы можете сказать о войне? Вот, допустим, как я спрашивал на зачете, допустим. Что вы можете сказать о войне? Что надо сказать? Что это плохо? А? Что это плохо? Не, надо сказать, я знаю, что она есть. И все. И больше ничего не надо. Иван Михайлович, лекция у меня. После лекции позвоню. Угу. Я знаю, что оно есть. Ну, если я спрашиваю. Ну, точно я знаю, что оно было. Нет, ну, была это в прошлом, а вы знаете, она есть, даже в прошлом есть. Есть как то, что изучается в истории. Все равно она есть, раз я спрашиваю. В вопросе есть. А если я еще спрошу, а еще что вы об этом знаете? Что надо сказать? Объясняю, надо сказать, а мы договорились, один вопрос. Что вы у вас? Ведь превращаете вопросы в допросы. Мы студенты, не надо издеваться над народом. Как-то надо себя защищать. Иначе это, вы имеете в виду, нельзя этим уступать преподавателям. Народ изворотливый, надо так держать. Вы же граждане России. Вы скажете, вы что ко мне относитесь? Я вам что? Я вам не крепостная крестьянка, и не рабыня. Я гражданка России. Ну, будьте добры. Вот так спрашивайте, я отвечу. Тем более вы правильно в целом ответили. Ну, вы хотите, чтобы вы на второй лекции прямо все уже и знали. Скажете, так я еще не сдаю, я еще только изучаю. Подождете, дойдем до экзамена, там видно будет. Там, может, мне будет стыдно, что я вам так вот такие вопросы задавал. Вы так блестяще будете отвечать, что просто поверните меня в краску, гоните. Так, то есть на самом деле вот этот, можно дать критику этого, не бывает такого, чтобы начинали с небытия. Это кажется, что я начинаю с небытия, а на самом деле это какое-то бытие. Так, все вещи, имея в своей основе небытие, являясь в действительности бытием, непрерывно уходят вновь в небытие. Вот то, что они уходят в небытие, ну это да. То, что было, уходит в небытие. Что-нибудь такое подвергнуто, то есть такое, что никогда не уходит в небытие. Это про вещи говорится. А общество – это вещи или нет? Нет. Общество – это не вещи, потому что каждый, даже отдельный человек, элемент этого общества, да,
он смертен, а общество бессмертно и вечно. Вот вы принадлежите к обществу, значит, вы бессмертны и вечны, как человек. Не как Эмерек такая, а вот как человек вы бессмертны и вечны. Это же хорошо? Неплохо, правильно? Ну вот я вот вам всем предрекаю вечную жизнь, как людей. Причем, чем больше вы сделаете в течение своей жизни, тем больше вы себя увековечите. Причем, говорят, увековечить себя. Не тем, что вам памятник поставят, а потому что ваша деятельность, это, как Пушкин говорил, я памятник себе воздвиг нерукотворный. И воздвигайте, пожалуйста, себе памятник. И не надо никакого разрешения спрашивать на памятник. И ничего нескромного в этом нет. Хотя некоторые говорят, вот Шапокляк поет, что вот хорошими делами прославиться нельзя. Очень часто бывает, что люди, которые хотят что-то доброе и хорошее сделать, они имеют всякие невзгоды. Но это для истории ничего не значит. Маркс говорил, что история славит как самого счастливого того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. Какие у вас были бессонные ночи, как вы трудились, как вы мучились, это никого не интересует. Если вы счастливы, вот вы считаетесь счастливым человеком, а вы будете доказывать, как вам было трудно, как вы мучили, это никому. Вот вы были счастливым человеком. А если я все время ходил веселый и такой, скажет, дурачок, я ничего не сделал. Правильно? Дурачки, они всегда вот такие вот, они улыбка, у них все хорошо, но это и есть дураки. Поэтому счастье, оно сопряжено и с трудом, и с борьбой, и так далее. Обязательно. Но как может быть еще иначе? Поэтому здесь вот говорится, что вещи, имея в своей основе небытие, являясь действительностью бытием, и природа уходит вновь в небытие. А люди – это не вещи. А люди – сущность человека в чем? Вот вы кто? Человек, можно сказать, что вы животное? Это я вас возвысил или принизил? Ну как бытие? Ну хорошо, я про вас не буду, я про себя скажу. Я вообще-то животное, а не растение. Иногда, чтобы унизить, человек говорят, ты дуб. Да? То есть он вроде как человек, то есть животное, а его раз и на уровень растения. Но а сущность, вот сущность у вас какая? Что вы животное? Сущность. Вот смотрите, есть определение человека, есть сущность человека. Определение человека очень простое. Я вам сразу его скажу, и вы запомните, и все. Человек – это животное общественное, трудящиеся, говорящие и разумные. Все. Вот четкое определение человека, чтобы вы не перепутывали человека с другими животными. То есть человек есть животное общественное, трудящиеся, говорящие и разумные. А есть определенность человека. Определенность, в отличие от определения, это просто от чем она отличается от всех других животных? Пожалуйста, скажу вам. Определенность человека в наличии мочки на ушах. Об этом Гегель пишет. Нет других животных, у которых есть мочка на ушах. Поэтому есть мочка, человек нет мочки, не человек. А определения человека нет. А сущность человека – это не определение человека, это более глубокое. Потому что есть бытие ваше, а я не случайно с вами говорил о душе, там, о том, о чем вы думаете. Так, о чем вы сейчас думаете? Может, думаете, какой такой попался и так далее. Но это не надо так уж сразу. Но вы же не высказываете все, что вы думаете. То есть, как бы, может, вы там критикуете, но так вполне лояльно. А может, не лояльно. То есть, это другой вопрос. Это мы должны пройти через верх, через поверхность и углубиться в суть, в сущность. Сущность человека в чем? Кто скажет? Товарищи журналисты, в чем сущность человека? Просьба знающих, в чем сущность человека, пройти к стойке такой-то. Да, что такое? Владимир Васильевич, я перезвоню, у меня лекция сейчас, ладно? Угу. Да. В чем сущность человека? А? В чем? В сознании. В сознании. Это сущность сознания. Если я пришел в сознание после удара, то вот сущность ко мне вернулась, и все. А сознание бывает разное. А что сознание? У него сущность какая? Животное у сознания? У сознания бывает у собак? Нет. У кошек? Сознательные кошки бывают? Нет.
Как-то странно, да? Или сознательные собаки. А это собака сознательная, это несознательная. То есть сознание, это переносим вопрос в ту же самую сферу. Так, вы хотели что-то сказать, я не слышал. У котов, у умных котов разум примерно на уровне 6-летнего ребенка. Ну, я думал, вы скажете, что у него разум у умных котов такой же, как у меня. Тогда это было бы оригинально, так сказать. И одновременно критично. А я же не говорю о разуме. Я не спрашиваю о разуме. Я спрашиваю о сущности человека. Ну, если вы говорите про сознание, то сознание у них есть. Может, а я не о знании, а о сущности. Ну, разные есть категории. Есть категория сознания, а есть категория, в чем сущность человека. Может быть, тут больше речь про самосознание? Нет. Сущность человека не в этом. Вот у вас сознание есть, ничего не делаете. А у вас есть сознание того, что вы ничего не делаете. Соответствуете ли вы сущности человека? Не соответствуете тогда. Можно сущности человека соответствовать в большей степени, в меньшей степени, правильно? А знания у меня там великолепные. Но я так делать не буду. Я знаю, как, что делать нужно, чтобы быть хорошим человеком, но делать не буду. В сознании у меня все хорошо. Я и вас сознаю, и себя сознаю, и что хорошо, и что плохо. А еще надо по действиям судить, правильно? А не потому, что мне там я осознаю. Вот те люди, которые, преступники, которые осознают, это у них называется замысел, то, что они делали, или умысел. Вот у нас, если вы что-то придумаете хорошее, будет замысел. А у преступников умысел. Организованные группы, и они замыслили так. Такую-то сумму присвоить миллиардов рублей. Сейчас сплошь и рядом Следственный комитет только и занимается, разбирает эти все умыслы. Значит, поэтому, ну вот я пока не получил ответа на вопрос о сущности человека. Можно я тогда скажу? Поскольку я как, вы тоже можете сказать, что вы лектор, так вы отвечайте. Но я могу вам вопрос задать для того, чтобы как бы вы все подумали перед этим. Потому что иначе не усвоится это дело. Это перед самим собой нужно поставить вопрос, даже когда просто вот вы одна будете думать или один человек, правильно? Поставить вопрос, попытаться ответить, а не сразу вычитывать. Потому что если будешь все вычитывать, что, к чему привыкнет человек? Ну, начетничество такое. Все искать легкие ответы, а с моей головой не думать. Поэтому нужно лучше немножко помучиться подумать. Вот, поэтому я не в порядке критики вашего высказывания, а считаю, что это совершенно правильно вы поступили. То есть вы предложили вариант, вы предложили вариант, вы предложили вариант и так далее. То есть нужно думать. И если я предложу вам более благоприятный вариант, вы его с удовольствием возьмете. Правильно? А если вам кажется, что это ерунда, то вы вообще-то не заметите. Так вот, я вам предлагаю тот вариант, который великие предложили, которые изучали философию и творили, что сущность человека в общественных отношениях между людьми. У него сущность не индивидуальная, к чему сводились предыдущие ответы, а сущность у него общественная. И рождается человек в обществе. Вопреки вот этому факту, у нас существует такого рода представление сейчас, когда говорят, нужен процесс социализации. Вот вы когда родились, вы уже общественно были человеком или нет? Вы в роддоме родились? Ну, я хотя родился вот не в роддоме, а в избе. Но все равно я пришла же фельдшер. Это раз. Во-вторых, и фельдшер знала, когда я примерно буду рожден. Поэтому они были наготове. И кто-то принимает же роды, поэтому как его потом человек рождается и говорят, что вот сейчас будет процесс социализации, а сейчас он кто? Ни рыба, ни какая-то неведомая зверушка. Ну как социализация? Развитие общественных качеств человека, конечно, идет, это понятно. Но если мать его кормит грудью, так он без матери-то вырастет. Ну, а если попал он к волкам, вот тогда да. А тогда вот он до 5 лет, если проживет там у волков, бывают такие случаи, уже никакой социализации не будет. Он уже не сможет стать человеком, если он не становится с самого начала. А ему с самого начала поют? Поют. А, дескать, он не понимает. А так и сейчас, вот я что-то говорю, а вы не понимаете. А грудной ребенок ему поют, он не понимает. А потом понимает. Идет как? Идет от сначала непонимание, а потом понимание. Они сначала неправильно говорят, все смеются, они продолжают говорить, дети, а потом правильно. Они вообще сначала не могут ходить, а потом ходят. Они все время делают то, что не умеют. Это вот характерно для человека.
То, что не умеют они делать, с помощью общества. Общество их этому помогает, поощряет. Поэтому сущность человека общественная. А общество бесконечно и вечно. Поэтому как человек, вот как человек, по сущности, вы бессмертны. Приятно же считать себя бессмертным. А то я вас сначала опечалил, что все умрут. Сказать, а что такое за жизнь такая? Ну, мы же то, что мы сделаем, бессмертны. Не, ну если вы ничего не будете делать, то вы не бессмертны, это я согласен. Но что-то же будете делать, а журналисты тем более бессмертны. Да все, что вы напишете, все останется навечно. Вы же понимаете, у нас есть книжная палата, туда поступает необходимое количество экземпляров на Кремлевскую набережную, дом 6, всех книг, газет, крупнейшие библиотеки, а именно там наша государственная библиотека, бывшая имени Ленина, наша публичная библиотека Салтыкова-Щедрина, которая теперь не публичная, не Салтыкова-Щедрина, а просто национальная. Национальность не обозначена. Но эта библиотека тоже все хранит. И она пытается соединиться с московской, чтобы было меньше экземпляров контрольных. Прямо объясняют директора. Им вообще втолковывают, это вы о чем думали, о библиотеке или о читателе? Для читателей-то лучше иметь в Ленинграде экземпляры, а не то, что вы из Москвы будете заказывать и 10 дней ждать. То есть вопрос вот, о смертности, о бессмертности – это вопрос общественный. Человечество только из смертных людей состоит, но оно бессмертно по своей природе. Общество. И человек тогда по своей сущности бессмертен. Но как отдельный человек, как индивид. Не как индивид, а как индивидуум. Вот разные слова. Индивид – это представитель общества. А индивидуум – это изолированный человек. Как индивидуум он смертен. А как индивид он вот вместе с обществом развивается. И так и общество развивается все время. Приходят люди и уходят, а общество все развивается, развивается, развивается. Вот эта вся культура, о которой мы говорим, это все осталось. И фамилии остались. Вот, это, вот, вот знал ли этот самый Мо Ди или Мо Цзы, что на факультете журналистики Санкт-Петербургского университета будут разбирать его концепцию философскую. Знал? Нет? Вот вашу будут бы разбирать через столько лет. Он это был когда? 5-6 век до новой эры. Больше 2000 лет назад. Ну. И вот сделайте что-нибудь хорошее. Может, не совсем все так правильно. Можно и критически относиться. Все равно это будет вклад. Будут разбирать. Так, переходим к даосизму. Так, нет, это мы уже все рассмотрели, даосизм. Все, переходим к философии Древней Индии. Философия Древней Индии представлена следующими школами. Джайнизм, буддизм, санхья, йога. Если кто-то будет доказывать, что йога – это старое учение, вы, наверное, мне скажете, да йога у нас кругом-то на каждом шагу. Правильно? Занимается йогой, да и буддистов у нас полно. А вот те, которые все время поют Хари-Хари, Хари-Кришна, Кришнаиты тоже они в ходу. Так что они у нас не в прошлом. Они кто ли? А? Сейчас повторю. Джайнизм, буддизм, санкхья, йога. Джайнизм, буддизм, санкхья, йога. Вот зачем я это сейчас рассматриваю? А потому что они в той или иной мере составляют элементы здравого смысла. Что такое здравый смысл? Это то, что у человека в голове, который специально это не изучал. У него обрывки разных всяких философских систем, умерших. Но они не совсем умерли, они так и живут. Пока вы не создадите себе новую современную систему в голове, у вас что в голове? Ну, не пустая же голова, она чем-то наполнена. В этом смысле это живучесть этих систем необыкновенная. Так, основоположник джайнизма – Махавира. В основе этого учения находится представление о карме, космическом законе. Современно? Да сейчас люди предлагают за деньги вашу карму подправить. Вам надо поправить карму. Это будет недорого. $300, и ваша карма будет в порядке. Что вы ради кармы? Все будет у вас хорошо.
А если вы заболели, это значит, мы следовали, следовали, и потом, вы знаете, все, у вас все хорошо, вот карма. С кармой у вас что-то не в порядке. И вот так вот рассуждают и ходят, и это бизнес известный. А вот такой был, не помните, был, вот это для журналистов очень важно, один большой жулик, назывался Гробовой. Слышали, нет? Не слышали? Который обещал, что он научит людей воскрешать. А у меня вот моя бывшая дипломница, Зиброва Галина Петровна, она близка с этим была очень Гробовым, принесла мне книжку. Говорит, Михаил Васильевич, вот вы не верите в это учение о воскрешении? А он вот книга. А к ней в конце там приложение. И там написано «Доктор физико-математических наук» и «Ксерокс». «Ксерокс» является документом? Товарищ журналист? Нет, вот сидит человек продвинутый и говорит, «Ксерокс я вам сделаю». Так, второй, ксерокопия того же года, что он профессор, звание профессора. Ну, я как, поскольку у меня есть и должность, и звание, я знаю, что они... Вот при нашем движении строго разделены. Для того, чтобы получить звание профессора, нужно проработать не менее года на должности профессора. Я, например, 5 лет был на должности профессора, только через 5 лет получил звание профессора. Ну и плюс маленькая приплата к этому. Званию там много не дадут, 1000 рублей. Но у нас еще есть ОЦО в Ленинградском университете, особо ценный объект, это еще 50%. Так что уже не 1000, а 1500. Но разница вот... 5 лет. Но не менее года надо проработать, и отдельно решается, поэтому, когда вот такие два документа в конце лежат, что он в одном и том же году и доктор наук, и профессор, сразу видно, что для человека знающего, что это липа. Что я сразу ей показал, что это липа. Он что сделал? Он получил много-много денег, где-то по 30 тысяч взял у детей, у матерей, которые в Беслане потеряли своих детей. И объяснял популярно, что он... не воскрешает, а он как бы дает методику воскрешения. Вот представьте, что я Гробовой, я вам буду давать методику, как воскрешать ваших близких. И вот вы пользуетесь, ну сначала деньги-то знаете, как я буду, как я могу. Сейчас вы знаете же, все сначала начинается с чего? Аванс какой-то. Ну если 30 тысяч, давайте, значит, 20, потом 10 отдадите. Или 30 отдадите, а 10 потом, когда он воскреснет. Я же вам не за воскрешение деньги беру, а за науку о воскрешении, о том, как вы будете воскрешать. А вы должны душевно работать своей душой, потому что иначе он не воскреснет. Вы же понимаете, вы же его родственники, вы должны работать. И вот потом я вам объявляю, что он уже воскрешен. Он ходит, вот сейчас прямо по первой линии идет и к вам не подходит. Знаете почему? У вас не было конфликтов никогда вот с этим родственником? А они знают, эти люди, что конфликты же... Ну вот если мы с вами близкие люди, что бывает без конфликтов? Да кастрюлю не с той стороны повернули же конфликт. Поэтому, вы знаете, говорит, ну, надо вот еще душевно работать как-то. Короче говоря, собрался всех деньги. Ну потом его Следственный комитет все-таки арестовал и в тюрьму посадили его. Так что это закончилось. Но это было... И причем эти как сумасшедшие женщины, конечно, обезумевшие от потери своих детей. Как их человек обещал воскресить детей, еще надежда осталась, его взяли в тюрьму, посадили. А он теперь говорит, ну теперь я не смогу воскресить, из тюрьмы уже меня не получается. То есть этих людей не остановишь. Так и вот эти, и карма, или вам могут показать небо, вот эти астрологи. Астрология – это наука, это не наука, конечно, это уже... Раньше она была на правах науки, да, астрология, когда еще не было астрономии. Но после астрономии и астрологии – это что такое? Это некое ложное учение, но зато там есть вот там... У вас есть... Хочется вот иметь звезду там? Это ваша звезда. Не то, что вот как сейчас. Я вам никакой звезды не обещаю. Какой-то философия – это ничтожная наука по сравнению с этим. Вы бы пришли, я бы сказал, вот там... в созвездии Альфа Центавра, вот там ваша звезда. И показал бы. Мне показывали, поскольку это моя дипломница, она мне там небо показала. Бесплатно мне. Мне бесплатно было. Все небо показало. И там вот есть моя звезда. И я вот чувствую себя поэтому очень так твердо на земле, потому что все время светит. И на душе тепло. Вы хотите так? Давайте деньги. Ну, не даете денег, ну, значит, не будет вам звезды. То есть она есть, но вы даже не знаете. Там знаете, сколько звезд? Вы не разберетесь, где ваша, где не ваша.
связь не установлена с той звездой. А тут нужен прямой контакт. То есть сплошь и рядом, так сказать, вот эти вот параллели между тем, что было давно, и тем, что сейчас. Ну, вот давайте рассмотрим здесь. Значит, джайнизм. Основоположник джайнизма Махавира. В основе этого учения находится представление о карме, космическом законе. Закон кармы нельзя умиловать жертвами богам. То есть богам бесполезно жертвовать. Можете мне жертвовать. Я и представитель этих богов, а мне не бесполезно. Несите сюда. А боги не хотят, а потом богов обвинят во взяточничество. Не надо этих вовлекать в это дело. Вы да, по-другому. Но его можно победить. Карму можно победить. Джина – тот, кто победил карму. Тут джина есть, нет? Вы победили карму? Нет, значит, вы не джина. Ну что, нет ни одной джины здесь? Ну, интересно, и мне сказали журналисты. Я вот думал, что журналисты – это люди, которые победили джин, карму. А значит, карма победила вас. Это что тут, собрались побежденные они? Это у нас что-то грустное собрание побежденных. А и у вас вы не победили карму. Да, ну ладно. Следование обетам может освободить от кармы еще при жизни. Вы обетам следуете? Какой давали вы обет? Учиться только на отлично. Вот будете следовать этому обету, и будет вам освободитесь от кармы. Я вам вообще могу пообещать, кто отлично получит на экзамене по философии. Почему? Потому что философия – это всеобщая наука, поэтому это, она не обязательно уж по всем предметам там отлично. Давайте по философии получайте отлично и освободитесь от этой кармы. Чем лучше? Нормально. Так, будем считать, что у нас договор, общественный договор заключен. И я должен сказать, что сдают и журналисты, ну прямо на отлично. Даже все удивляются, как журналисты могут сдавать философию на отлично. Они же журналисты. И журналисты, говорю, они же воюют с кармой все время. У них перо. Перо – это у них же оружие. У вас перо ничего не значит, а у них перо – это оружие. Правильно? Следование обетам может освободить от кармы еще при жизни. Это путь аскетизма. Ну вот это я не знаю насчет пути аскетизма. Тут, я думаю, агитация моя за аскетизм вряд ли пройдет. А может наоборот. Можно подумать, я думаю, что может и государство думает об аскетизме. Вот вам решили вечерникам ничего не давать, никакой стипендии. Почему? Потому что вы вступили на путь аскетизма. Зачем вам деньги? Да и дневникам дают 1500. Я спрашиваю, вот историки у меня. Сколько? Вот в среду будут историки. Сколько вам платят? Они говорят, 1500. У них можно повышенную сделать. Ну, если хорошо учишься. Да мою зарплату тоже можно сделать повышенную, поставить не коэффициент 1, а коэффициент 3. Но что-то я не видел желающих мне делать 3. Вы видели там? Много там повышенных? Я повышенную получал. У меня была Чебышева стипендия 60 рублей. Другие получали сначала 35, потом 40, а 60 получал. А вот ленинская повышенная была 100. Это все пятерки, а у меня была одна четверка. Так что я вообще, мне нравится повышенная. Но это большая редкость все равно. И потом, что сейчас повышенное? Чуть-чуть повышенное? Или сейчас для показуху повышенное? То есть вам 1,5, а вдруг кому-то сразу 10. Интересно. Что, во столько раз умнее меня? Или там больше занимался? Я вообще могу сказать, что вы в 10 раз умнее меня, или я в 10 раз умнее вас. Ну, что значит умнее? Может, вы будете академиком к моему возрасту, а я всего лишь профессор. Это я уже не, вот точно не академик, я уже и не претендую. А вот можете же быть академиком, да? Ну, сила. Ну, вот путь аскетизма, да, тут на этот путь нас уже прямо государство по нему ведет. Переходим к следующему. Принц Гаутама основал буддизм. Очень современно. Буддизм. Ну и какой главный закон жизни, согласно буддизму, различать добро и зло? Ну это прямо вот для журналистов. Журналисты должны добро поддерживать, а со злом бороться. Так, я правильно понимаю задачу журналистов? Или вы будете, наоборот, зло пропагандировать, а добро душить? Вы что будете делать? Значит, вы буддистка. Вот. Суть буддизма в четырех истинах. О, излагаем. Жизнь есть страдание. То есть, если вы страдаете, значит, все хорошо у вас идет.
Старость, болезни, невзгоды, смерть. Но не только смерть, как некоторые сразу вот пришли в черном, в черное специальное отдело, сел на последнюю парту, говорит, жизнь – это смерть. И я так почувствовал, что это последняя моя лекция. Думаю, сейчас выйду, а сейчас, знаете, как страшно, вы говорите, хлоп, и нет у меня. Вы что-нибудь в следующий раз посветлее наденьте, пожалуйста. Ну, не обязательно, конечно, чтобы вы не говорили, что я вас заставляю. Нет, боже упаси. Только по желанию. Так. Корень страданий. Знаете, в чем корень страданий, согласно буддизму? В жажде жизни. Вы прекратите жаждать жизни и не будете страдать. Ну, зачем вам эта жизнь? Это ради жизни. Ну, что вы тут сидите там? Люди отдыхают, танцуют, гуляют. А вы пришли и слушаете какую-то лекцию по философии. Ну, что это за жизнь такая? Еще главное, нельзя не приходить. А если не будешь приходить, все равно экзамен будет. Потом какой-нибудь сумасшедший этот лектор поставит, двойку выгонят. Ну, что это за жизнь такая? Нет, это не жизнь вообще. Ну, не надо, только не надо не топиться, не стреляться, чтобы вот на мне не лежала эта печать, что мои студенты или студентки, понимаешь, покончили жизнь самоубийством, прослушав только вторую лекцию. Это страшно. Это, если виноваты, это те, они вот буддисты, которые уже умерли. Страдание имеет причину. А раз так, то прекращение страданий – это уничтожение жажды жизни. Не надо поэтому ссылаться на страдания. Значит, раз есть страдания, все хорошо. Чувствуете, да? Это рождает жажду жизни. Если бы у вас было все хорошо. Представьте, вы сыты, ничего не хотите. Ни слушать ничего не хотите, ни делать ничего не хотите. Это ужас. А тут надо что-то делать. Вот, страдайте. Вы сейчас страдаете? Ну вот. Хорошо. Путь освобождения от страдания. Вам интересно путь достижения нирваны? О! В которой невозмутимость духа и освобождение от телесной зависимости избавляет человека от страданий. Что значит вы голодны? Да это плевать вам. Есть еда, нет еды. Платят стипендию, не платят стипендию. Ну, вообще, это все вот вам безразлично. Попробуйте вот меня как-нибудь возмутить. Вот говорите про меня, что я плохой, там, такой. Я не буду, не, абсолютно не буду спорить с вами. Как хотите меня называйте. А если... Потому что вы уже так настроены сейчас. Да я просто в нирване. Настроил, конечно, да. Конечно, да. Я считаю, что если вот вы будете меня так обзывать, я буду страдать, а страдания от них меня избавляет что? Отсутствие жажды жизни. И все. И ничего вы со мной не сделаете. То есть это мощная такая сила. Поэтому сейчас некоторые, много таких людей, которые пытаются вот сюда зайти, в это дело. Короче говоря, это актуально сейчас. Вы знаете, что это актуально. Это на тему пишут, и книжки всякие, и прочие, и разговоры. И особенно это люди так малограмотные. Они вот они и про карму они знают, и про нирвану они знают. Вы не в нирване сейчас? Ну так, хорошо, сидит, пусть он говорит, хорошо. А вот если был бы совсем в нирване, вы бы тут сидели, а я бы прекратил бы лекцию, и так сидел бы, на вас смотрел и ждал бы, когда будет 20-20. Вот это нирвана. Ну вы сразу разбежитесь, я знаю вас. С вами ничего не сделаешь такое, как я вас остановлю? Так я вас останавливаю только вот этими разговорами. А там сказать, он лекцию не читал, мы ушли. Ну что это такое? Он сказал бы, он просто сделал паузу, но паузу сделал на 30 минут. Ну, и мы все молча, вы бы это думали о своем, и я бы о своем думал. Но это вот и вовлечь вас трудно еще в философию, так, сразу не получается. Ну вот тогда мы двигаемся дальше. Основные философские школы направления античной философии. Переезжаем из Индии куда? В Грецию. На йогу. А, йогу забыли. Ой, йогу. Ну, с йогой-то и все ясно. Что тут с йогой? А йогу я даже не знаю, что вам и сказать. Йога, она сейчас стала разновидностью гимнастики, только такой и духовной сюда примешивается. То есть вроде все приемы телесные, но к этому примешивается, и что вы вот если будете совершенствовать свое тело, вы усовершенствуете свою душу. Логично? Но если вы свою душу будете усовершенствовать, то тело ваше будет бренно, может быть, вы вообще не сможете скоро ходить. Вот если будете лежать и думать о будущем хорошем, день будете лежать, месяц будете лежать, с космонавтами производили
такое испытание. Просто берут здоровых парней, кандидатов в космонавты, и укладывают их на месяц лежать в кровати. Ну, все им дают, питание, что хотят читать, и что будет через месяц. Еле ходят. Ну, потому что им предстоит вот то же самое потом в космосе. Там же нет тяжести. То есть там они в невесомости, а раз в невесомости, то есть как, что значит, нет, тяжесть есть, но они же падают на Землю, но скорость движения вдоль, вращение такова, что они падают все время. И как бы они все время падают, то есть они все время падают, все время в невесомости находятся. И поэтому там сейчас делают физические упражнения. Если не сделать физические упражнения, полгода они там не смогут выдержать. Только благодаря тому, что там какие-то есть, там у них растяжки, какие-то другие приспособления, даже которые они не рассказывают, что американцы не слезали. Вот. А американцы свое там придумывают. Американцы были очень удивлены, когда они решали проблему с шариковыми ручками. Там пишешь, а все вытекает. А потом вот Союз Аполлон. Наши прилетают, а наши нет проблем. Они карандашами пишут, как их, и все. И нет никаких проблем с этими авторучками. Те так удивились. Там все эти свои там есть проблемы. Но это большая очень. Они вот когда. Вы видели, что их выносят из спускаемого аппарата? Выносят на руках. Они спустились, но все равно им нужно привыкать опять к хождению и так далее. Вот. Поэтому путь физического совершенствования, он и способствует и духовному совершенствованию. И тогда целые всякие разные упражнения. Очень хорошие. Я, например, знаю упражнения йоги, которые нужно делать, если у вас радикулит. Очень простые, очень эффективные. Ложишься на спину, так сказать, и делаешь, так сказать, потихонечку лицо, и освобождаешь позвонки. Если у кого-то будет, сейчас не буду рассказывать, а у кого что заболит, обращайтесь, мы всех отпустим, я покажу. А вы мне скажете спасибо. А сейчас никто не скажет спасибо, потому что здоровым людям это совсем не нужно. Что это вы будете ни с того, ни с сего об этом думать? А вот, скажем, докеры, которые таскают вручную большие грузы, и у них норма, официальная норма 24 тонны в сутки при ручном грузе, для них это не какая-нибудь там зауме, это то, что совершенно необходимо. И основные профессиональные заболевания – это вот радикулит со страшными болями. Так, ну поэтому Про йогу вы можете прочитать, всяких руководств. Что тут нового, ничего. Это и есть то, что осталось. Так, перехожу к античной философии. Всю историю античной философии, еще у меня такая другая проблема. Мы же должны с вами добраться до современной философии, правда? Если мы будем только по истории идти, мы не доберемся никогда. Почему? Потому что столько написано за 2000 лет, если все вот последовательно это изучать. Поэтому есть другой способ. Есть обобщающее произведение систематическое, это наука логики Гегеля, мы на нее будем опираться, и тогда мы сможем, не двигаясь вот так последовательно, мы сможем охватить эту систему в целом, в современном ее виде. Это у нас задача будет такая. Так, вот античная философия. Ранее греческие философы, несомненно, испытывали влияние мифологии. Что такое мифология, вы знаете, что такое миф? Переводи на русский язык. Ну, миф – это русское слово, но обрусевшее. А? Иностранное. Ну, иностранное, но уже обрусевшее. Мы же не говорим. А? Ну, легенда, да. Легенда или сказка. То есть легенда. Ну, а как могла явиться иначе философия в самом начале? Что она прям в философии была в очищенном виде? Как некая вот представление о том, что добро, что зло, небо, как оно влияет, то есть мифология. Поэтому древняя греческая мифология – это начало философии. Ну, такое неочищенное еще начало. То есть мы обнаруживаем представление, характерное для древнегреческих мифов о первичном бесформенном состоянии Вселенной. Это уже как бы философия. О постепенном развитии мира из хаотического состояния в сторону все большей упорядоченности. Это вполне соответствует и современным представлениям. Об отделении неба от земли. Ну, вот тут я, так сказать, конечно, трудно сказать, что это современное представление, но вот было такое, что, дескать, небо отделилось от земли, а то они были соединены.
о периодической гибели и новом рождении Вселенной. Даже мы у Энгельса можем прочитать, что вот с такой же неизбежностью, с какой, если вдруг когда-нибудь природа уничтожит свой цвет, материю, человечество, то оно с такой же неизбежностью появится в другое время, в другом месте, пишет Энгельс. Первые философские школы в Древней Греции возникли в Ионии, области, территориально расположенной в Малой Азии. Своего рода центром философии был город Милет, Милетская школа. Фамилии, которые связаны с Милетской школой, Фалес, Анаксимен и Анаксимандр. Фалес, Анаксимен, Анаксимандр. Значение Фалеса в том, что он впервые поставил вопрос, в котором выразил основную задачу философского знания. Что есть все? Вот что есть все? Мы с вами уже научились на этот вопрос отвечать. Все есть бытие, правильно? А вот и они тоже так по этому пути тоже пошли. Потому что потом вот к этому и пришли, уже еще в Древней Греции. Гераклит Эфесский впервые, пусть и метафорически, сформулировал идею о диалектической природе всего мира. Вот с него начинается диалектика, как с древнего диалектика. А в чем состояла его диалектика? Вот говорили о том, что все течет, все изменяется. Вот что такое изменение? Сейчас мы проверим. Вы изменяетесь? Вы равны самой себе? Думайте. А вы думали так, просто отбояритесь, изменяете все. Равны самой себе или нет? А можете вы отдельно? Я вот спрашиваю, вы равны? Что надо сказать? Да. А вы сразу два ответа. Как может быть на один вопрос два ответа? Я бы вам советовал сказать, на вопрос равны? Да. Потому что если вы не равны, я сразу у вас отберу все документы и скажу, что вот эта девушка, она не равна самой себе. То есть не она, а та, которая была, у нее есть документы. Я эти документы отобрал и сдам в деканат. А вы идите и оформляйте себе новые документы, если вы не равны. Поэтому я вам советую на вопрос, вы равны самой себе, ответ дать «да». Да? Второй вопрос. А вы не равны самой себе? Опять надо сказать «да». Но если вы только равны самой себе, зачем вы слушаете лекции? Вот подумайте, вы пришли на лекцию, полтора часа идет лекция, а вы равны самой себе. О чем это говорит? Начну с себя. О том, что лектор никуда не годится. Его лекции не продвигает ни на сколько. Вот я с чем пришла, с тем ушла. Правильно? Зачем вы дай-нет? По очереди. Вы хотите все в кучу. Вот вы равны самой себе? Да. Вы не равны собой? Да. А вы что? Да и нет. И да, и нет, и вы ничего не ответили. А тут вы ответили. Привожу пример. Вот я вот такую лекцию читал, потом иду в метро. Спускаюсь. А там симпатичная девушка написана, в цветочках, платьице. Меняйся чаще. Меняйся чаще. Реклама. У вас ваши братья по рекламе, вот они, как раз только что проходили. Ну, это как-то односторонне, да? Это, значит, меняйся, то есть не, становись не такой. То есть неравность. Неравенство с собой пропагандируется, и все, чтобы никто вас никогда не узнал. Каждый раз приходите, и все в новом обличии. И уже никто не знает, это какая у него фамилия, или это она, или не она. Но, с другой стороны, это очень броско, так сказать. Все время другая. Тот такая, тот такая, тот такая. И вот я в следующий раз иду уже на ту же на лекцию опять, но по Дворцовой площади иду. И ну, вот на подходе к остановке троллейбусной, смотрю, стоит стенд рекламный, и написано: «Меняйся, но оставайся собой». Орифлейм. Вот, думаю, дают рекламщики, вот дают. Они вот то, что вы бились, вот сказали, и да, и нет, они это выразили. Меняйся, но оставайся собой. Так я вас спрашиваю, вы остаетесь собой? Хочется, чтобы с вами, я с вами познакомился, а вы хотите, я не я. Что значит да и нет, не поймешь. Конечно, я, это я. Вот. Но вы при этом уже не просто равны самому себе, вы же не равны самой себе в то же время, не равны. Значит, вы не просто вот застряли и стали неподвижными, а вы же развиваетесь. Студент вообще не равен самому себе. И именно поэтому он равен самому себе, студент. Студент – это обучающийся. А раз он обучается, то у него вечно, так сказать, знания все больше и больше и больше. Он все время не равен самому себе, но он
тот же студент, если вы скажете, что вы не тот, я отберу документы и отдам в деканат. Так вот, на этом это вот Гераклит на этом стоял. Поэтому он великий, он это понял. Но иногда его изображают так. Нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Ну и такую глупость говорят. Только в одну и ту же реку можно и войти в два раза. Если я в один раз войду в Охту, а другой раз в Неву, и чего тогда? Ничего нельзя сказать. Вот дело все в том, что я вот могу в Неву войти два раза, это первое утверждение. А второе утверждение, что я вот второй раз войду, а уже и вода не та, и русло не такое немножечко. Правильно? То есть второй вывод, что это не то же самое. Поэтому вся вот диалектическая система, начиная с Гераклита, построена на том, что надо взять два противоположных утверждения. Два. И сделать третье утверждение. То есть надо соединить вместе и одновременно удержать в голове два противоположных утверждения. Я вам рассказывал про философа, который приехал в деревню? Не рассказывал? Для лекции. Могу рассказать еще. Потому что это, так сказать, шуточный такой рассказ, но он в нем вот эта вот особенность диалектики, совмещение противоположностей одновременно и триада, состоящая в том тезис, антитезис и синтезис присутствует. Положение, противоположное положение и синтез двух положений. Вот приехал, допустим, я в деревню, философ. Встречает его дед и говорит: ты кто такой? Он говорит: я философ. А чем занимаешься? А диалектикой. А что такое диалектика? Ну, дед, что вы спрашиваете? Нет, говорит, вы человек грамотный. И мы грамотные, мы радио слушаем, газеты читаем, книги. У нас телевидение и интернет есть. А вы, как образованный человек, должны нам объяснить, что такое диалектика. Хорошо, говорит философ. У вас есть баня в деревне? Дед говорит: есть. Вот идем мы с тобой в баню. Ты грязный, а я чистый. Кому мыться? Вот вы кому? Как вы ответили бы? Вы рассказывали. Три варианта ответа. Ну, вот варианты. Ну, дед говорит: ну кому? Мне надо мыться, я грязный. А тебе чего мыться? Ты чистый. Что отвечает философ? Дед, ну что ты мелешь? Посмотри, какой ты грязный. Тебе надо мыться. А мне зачем мыться? Я чистый. Так? Так, хорошо. Дед говорит: понял. Ну, это тезис. Ну, можно и так. Второй раз мы идем с тобой в баню. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Ну, дед говорит: так мы уже это разбирали. Я грязный, мне надо мыться. Нет, дед, ты все равно грязный. А я чистый, мне чистоту поддерживать надо. Мне надо мыться. Понял, дед? Тот говорит: понял. Это антитезис. Это не все, дед. Третий раз идем мы с тобой в баню. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Дед говорит: ничего не понимаю. Вот, дед, это и есть синтезис, диалектика. Так что, если вы ничего не понимаете, значит, вы уже входите в диалектику. Я уже на вас напал, так вы равны, не равны, вы как-то определитесь. А вы сразу так, сразу я и равна, я и не равна. А вы не просто так. Во-первых, я равна, поэтому не трогайте мои документы. Раз. Во-вторых, я способная, я усваиваю это все. А как раз я усваиваюсь, я уже не равна самой себе. А не просто так не равна. Я не нервничаю, а просто я постигаю знания и становлюсь другой. Но становлюсь другой, оставаясь прежней, какой я была. Поэтому документы мои не трогайте и никаких деканатов. Потому что надо суровее разговаривать с преподавателями. Они иначе ведут себя нехорошо. Так, ну это вот Гераклит, с него начинается диалектика. А вот Парменид, представитель школы Элиатов, настаивал всю жизнь, что бытие неизменно, что есть бытие, а небытия вовсе нет. И это вот характеристика его школы, Парменид.
Есть только бытие, а бытия нет. Потом более поздние философы, не для Парменидова уже его не было, а для других поколений объяснили, Гегель объяснил, что если утверждается, что небытия вовсе нет, то этим самым утверждается, вот оно и появилось в этом высказывании. Он же говорит, что его вовсе нет. Как же нет, когда вы утверждаете, что небытия нет? То есть разговор идет о небытии. Значит, он есть в этом разговоре. А раз он есть в разговоре, значит, он есть. Мы же не спрашиваем, где есть. Есть и все. То есть, есть и небытие. То есть то, что говорил Гераклит, более правильно, более диалектично, чем Парменид. А величие Парменида в том, что он отстоял первую категорию, что в самом начале вы не можете начать с небытия, потому что небытие есть. А раз оно есть, оно бытие. То, с чего вы начинаете, как хотите называть. Я начну с «я». Так Фихте начинал. «Я». А что вы знаете про «я» в начале? Вот вы про «я» знаете в начале познания что? Что оно есть, и все. Поэтому что бы вы ни брали, «я», «небо», «земля», «луна», «люди», «общество». Первое, с чего вы начинаете, с того, что оно есть. То, о чем я говорю, начало. Начало есть. Вы начинаете с начала. А что такое начало? Кто скажет, что такое начало? Вам приходилось что-нибудь начинать? Что такое начало? Ну вот. Ты не знаешь, что такое начало? А вы далеко ушли от начала, понял. Сказать, что такое начало? Сейчас я скажу, и вы скажете, ну что вы такое простое, да, спрашиваете. Начало – это неразвитый результат. Ну если это начало, то начало чего-то. Нельзя говорить о начале, не имея в виду, чем это закончится, правильно? Начало изучения философии для нас с вами – это начало движения к экзамену. Или не так? Ну, или к постижению философии. Это зависит от того, как вы к этому отнесетесь. Или вы постигаете науку, или ваше дело сдать, и бог, и расстаться с этой самой философией. А можно сказать и то, и другое. Я хочу и знание получить, и оформить. Потому что мне потом справка нужна, потому что, так сказать, так вы скажете, что умный, а никто не поверит, пока нет бумажки. Потому что без бумажки ты никто. Поэтому давайте и знания, и оформление. Давайте вы рассказывайте, но поставьте мне отлично. Нормально будет? Вот. Поэтому вот это начало. А результат что такое? Ну, уже я вам можно сказать, наводящие уже говорил вещи. Что такое результат? Кто скажет? Так, или я вас запутал? Или вы в нирванну впали? Так, хорошо, сиди. Так, это все, звуки идут. Сказать, что такое результат? Это развернутое начало. Но вы же идете от начала к результату. Это два соотносящихся понятия. Нельзя определить начало без результата. А результат можно? Нет. Что такое верх? Что такое верх? Это не низ. Вы никак иначе не определите. Без низа верхняя. А что такое низ? Это не верх. То есть есть парные понятия, и без этой пары, если вы пару не взяли, ничего. Вот начало и результат – это пара. Дескать, я беру начало, но я не знаю, что я начинаю. Люди, которые не знают, что они начинают, то есть не представляют результата, если архитектор, который задумал Исаакиевский собор, не имел в самом начале в голове этот Исаакиевский собор в неразвитом виде, да? То это он не начало было, а начало было тогда, когда он задумал, да? А что значит задумал? Вот вы задумали, кем быть в жизни? Журналистом. Может, вы председатель Союза журналистов? Может, вам журналистам, ну, это слабо, а вы хотите, так сказать, вообще возглавлять все это дело? Или самым лучшим журналистом во всем мире? Вот это, я понимаю, начало. Тогда к вам повышенные требования. А без философии вы это не получите. Давайте тогда изучайте философию и будете самые лучшие. А то, что другие не тянут, а вы тянете. То есть вот начало, понимаете, как важно, что начало. Вы гениальным хотите быть журналистом? А гений что такое? А гений – это не просто способный человек, а тот, который продвинул человечество вперед. Кстати, вот Ленин, он как себя называл? Кто он вообще по положению? Ну, анкету он заполнял там, занятие, род занятий какой? Знаете? Что, революционер? Не писал. Экономист? Не писал. Философ? Нет, не писал. Что писал?
писал, род занятий – публицистика. А что такое публицистика? Да это журналистика. Он востоковед. А? Востоковед. Как? Востоковед? Нет, публицист. Публицист. В анкете написано у него – публицист. А национальность у него какая была? Той национальности, которую у нас, тогда ни такого слова не знали. Это же определение. Русский, японский, эстонский, китайский. Где такие разве бывают национальности? Все национальности – швед, грек, китаец – все существительные. Обратили внимание? А кто вдруг русский? Что это такое? Даже есть такой анекдот про двух министров иностранных дел. Наш Козырев говорит – русский. А Киссинджер говорит – американский. Американец же, да? Национальность – американец. Да поэтому это слово «русский» – это недавнее слово. А как еще вот до революции как называлось? Только не надо там к Рюрикам, а туда далеко. Вот. Перед революцией еще. Как называлась наша национальность? Вот я какой национальности был бы? Что-то вы так на меня грустно смотрите, что как будто что-то я плохое вам говорю. Ничего плохого не было. Знаете, как хорошо называлось? Великоросс. Ну, великоросс же хорошо смотрится. Тоже существительные. И были великороссы, малороссы, белорусы и закарпатские русские – червонороссы. А потом, поскольку вот как раз в нацию, которая называется великоросс, очень много вошло представителей других национальностей, и они впитали, так сказать, говорят на русском языке, это родной язык, и впитали культуру, а только физически они могут быть по цвету лица или по происхождению, они представители других наций. У нас был такой Эдди Куйба в группе на Матмехе, студент. У него в каком-нибудь там восьмом поколении, может быть, был эстонец когда-нибудь, а так он из Брянска. И никаких эстонцев он знать не знает, но и пишется в паспорте «эстонец». Или там негры и евреи могут быть? Элементарно. И приехал евреи в Африку, и там вот появились негры. Негры и украинцы могут быть. И вот такой папаша этого негра, украинца, говорит: «Эй, Грицко», и зовет сына, «иди, айда, галушки, исти». А вот отец говорит: нет, сын говорит: «Не хочу, батьку». Тогда отец говорит: «Ну, извини, бананев у меня немає». Вот такой диалог. Вот кто такой художник Левитан с этой точки зрения? Это русский еврейского происхождения. Так? Все знают, что он еврей по национальности. Но он же русский художник. Или... А вот диктор Левитан тоже. Это русский диктор еврейского происхождения. То есть вошли люди, так сказать, в русскую нацию. Это процесс ассимиляции, он идет. И поэтому разные люди бывают. А могут русские, например. Я видел вот русских в Казахстане, они уже похожи, что и не русские. И на положение тех, кто там к столу подает, вот как у нас гастарбайтеры. И так вот вроде русские, как гастарбайтеры. Такое тоже я наблюдал. По-разному может быть. Так, значит, поэтому... Мы с вами, значит, рассматривая вот категории, должны видеть их вот зачатки древней философии, значит, бытие. Вот это бытие, как первая категория философии, она тогда уже себя затвердила. И тогда уже в учении Гераклита появилась диалектика, то есть учение о том, как совмещаются противоположные утверждения в одном. И уже мы применили даже к нам, в нашей жизни. Зенон, ученик Парменида, всем своим творчеством стремился доказать тезисы своего учителя. Доказывал он это методом от противного. Он автор теории об Ахиллесе и черепахе, опорий. Ахиллес и черепаха, дихотомия, стрела и так далее. Когда так у него получалось, что никогда не догонишь. Ахиллес не догонит черепаху. Он бежит, а она убегает. Не, у меня лекция, я потом позвоню. Вот, так что в самом начале давно лучшие, так сказать, умы человечества задумались об этих проблемах.
И они получили разрешение в современной философии. А современной можно считать философией тогда, когда она оформилась в систему. А в систему она, по существу, всеобщую оформилась только при Гегеле. Гегель создал всеобъемлющую научную систему диалектики. Ничего другого нету. Но другая система философии, которая была аристотелевская, мы еще к этому подойдем, это аристотелевская система, это система формально-логическая. А диалектическая система, единственная, которая есть, это система гегелевская. И, скажем, дальнейшие учения не состоят в отказе от этой системы, а состоят в ее истолковании, в взятии ее на вооружение. Поэтому она вот такая ценная вещь. Вопросы как есть ко мне? Отсутствие вопросов. Я мог бы истолковать, что это как вот они характеризуют исчерпывающий характер лекции, но я знаю, что это не так. Поэтому давайте мы лучше подумаем о том, как встретиться в следующий раз и продолжить. Спасибо большое за внимание. Успехов!